Всем привет! Сегодня обещают на улице красную луну и затмение луны. Вот, сегодня буду снимать. Вот этой камерой буду снимать. Вот этой! Вот этим шпигель-рефлексом. И еще вот этим. Вот этой бандурой. Вот она. Так, вот тут вот. Вот 1300 миллиметров. Вот такая бандура. Вот она. Вот с ней сегодня будем снимать луну. Падало все. Вот. Луна сегодня полнолуние. Вчера не совсем было полнолуние, а сегодня полная луна. Это моя крутая лампочка. Она уже дохнет, моргает, мигает. И здесь не хватает уже диодов. Я не знаю, видно будет. Опа. Вот. Видите, я даже сам не знал, что столько диодов там не светится. Вот так вот. 30 евро отдал за говно какое-то китайское. Вот, а тут луна у меня. Вон там она, видите, за деревом. Сейчас я отойду. Барсик, отойди-ка. Отойди, друг. Вот. Вот она, луна. И я вот с тем прибамбасом. И говорят, она будет красная, как кровь. Этим, короче, не очень хорошо видно. О, во! Уже более-менее так видно. Четкость настроилась. Вот, и сегодня обещают ее красную. Вот, будем ее снимать. Посмотрим, какая она красная. Если я не усну, конечно. Вот так вот. Если не усну, то буду ждать, сидеть. Женька обещал мне позвонить, если он тоже проснется. Сказал, будильник поставит. Посмотрим. Все, ждем. Вот так она выглядит. Ну, мы сейчас пойдем на улицу и сделаем тест. Яркая какая. Вон наша луна. И вот она здесь. Вот я ее сейчас поймал. И сейчас мы попробуем четко сделать. Так. Четкость есть. Теперь нам надо приблизить-то ее. И чтоб не потерять. Вот она, четкость. Сейчас я ее приближу. А вот мы и приблизили ее. Вот она, наша луна. Так, и тут заснимем. Сейчас я снимаю со шпигель-рефлекса. Не знаю, как она тут заснимет, хорошо ли, плохо. Ну вот, немножко заснимем. С полминутки. Там всякая ерунда, короче, летает. Перед луной спутники всякие и так далее. Ну и не только спутники. Наверное, бабайки там тоже всякие летают. Так, сейчас мы ее приблизим. Еще раз так. Уже
уже вроде бы красное становится, видите, так и такой оттенок уже есть, такой красноватый. Вот такая вот лунная германская ночь. Уже холодно, пар со рта идет. О, в футболке прохладно здесь на балконе-то. Вот. А когда уже будет полшестого, где-то примерно в полшестого, как сказали, надо снимать. Это уже будет под утро, придется нам на гаражи лезть. Вот так вот. На этом хватит. Пойдем спать, и если проснемся, заснимем красную ее. Вот и затмение началось. Сейчас заснимем еще и на камеру. Опа! Так, подвинем. Давайте еще и на камеру сейчас заснимем. Вот так вот. Второго штатива нет, я бы на камеру снимал. Но луна красная, видно немножко, что она красноватая. Четкость настроим здесь. Что-то какая-то корявое затмение какое-то. Вроде так смотришь, ничего. Вроде бы так ровненько более-менее. А когда приближаешь, то оно какое-то корявое. Ну, давай, настраивай. Свет немножко дольше. Вот так вот. Сейчас будет темно. Сейчас будет темновато. Барсик, иди отсюда. Чавкаешь, сидишь тут. Какое-то затмение прозрачное, смотрите, вроде бы и закрывает, а все равно освещается, просвечивается луна.
Вот, как вы видите, уже пол луны закрылась. Давайте сейчас заснимем так, от руки. О, холодно как. Видите, четкость изменяется и сразу прозрачная становится вот эта вот фигня, которая закрывает, типа тень. Странно, странно. Это выглядит очень странно. Да, луна закрывается, и на улице темно становится-то все-таки. Сейчас больше поллуны закрылось, а на улице уже-то темно стало. Все-таки луна хорошо освещает землю. Так, тут у нас тоже пропало. Двигаемся дальше. Еще немножко, и все закроется. Еще совсем чуть-чуть. Все равно такое затмение прозрачное. Я не смотрел, не знаю, как это происходит, но я думаю, что эта Земля накидывает тень как бы на Луну. Как бы. Это ключевое такое, ключевое слово, как бы. Вот. Загораживает Земля Луну от солнышка. Ну все, мало света сильно. Убавим свет. Вот так. Ну вот, как вы видите, почти нифига не видать уже. Ладно, не буду уже камеры снимать. Так, у нас тут еще снимает наша камера шпигель-рефлекс, зеркалочка, она еще видит. Так, приподнимем, опа, подвинем, вот так, видите, она еще все видит.
Но уже светло сильно. Уже плохо видно. Ну все. Смотрите, какое мутное оно все стало. Здесь не передать это, но она такая, как будто стеклышком таким темным закрыли солнце. Вот так как-то просвечивается, короче, вся эта луна. Она вся от верху до низу, все видно здесь. Ну, почему-то тут не передается. Не знаю, как будет на мониторе. Ну вот, почти полное затмение. Осталось еще капельку. Что у нас здесь показывает? Вот видите, сейчас приподнимем чуть-чуть еще раз. Опа. Сюда. Вот видите, круг видно. Вот так когда сделаем. Сейчас я сюда попробую приблизить. Так. И наверх. Вот видите, еще круг видно. О, вот теперь оригинально видно. Видите, вот так через стеклышко как будто все видно. Вот так вот. Вот так я сейчас вижу глазом примерно. Вот так оно здесь видится. Пока в настройках поковырялся, чтобы передача хорошая была, как глазом. Мусора много, как вы видите на кадре, но ничего, нормально. Зато снимает так, как я это вижу сейчас. Вот такое вот затмение. Красная луна. Затмение луны. Однако. Замерз уже. Еще капельку осталось, и все, и закроется. Вот еще капельку видно луну. Сейчас полностью пропадет. Еще совсем немножко. И все. И луна как через стеклышко ее видно, видите? Вот так она видна.
все, закрылась луна. Нету. В этот момент происходит, наверное, освобождение сознания от Яхве, от судьбы. Теперь вы можете самостоятельно мыслить и принимать решения. А когда луна светит, это все равно, что на вас уздечка одета. И вами рулят, манипулируют. Так сказал Владимир Пятибрат. Но это одна из многих теорий. Но с очень вескими доказательствами. Вот оно, совершилось затмение. И скоро будет снова вылазить и светить. Что-то она еще темнее и темнее становится. Странно. Так, это мне береза мешает. Так, у меня уже батарея кончается на моей камере-то на этой. Моргает уже все. Капут Гитлер. У нас спряталось темно. Темновато. Рыжая какая-то черная дырка. Выглядит как анус Господа. Затмение засняли. Оно закрылось. Луна темная. Откроется она не скоро. Не знаю даже когда, может быть через полчаса, через час. Ждать не буду, хочу спать. Так что доброй ночи, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем до свидания.